14 февраля в Дагестанском федеральном исследовательском центре РАН отметили 300-летие Российской академии наук с участием председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова, руководителей органов исполнительной и муниципальной власти, депутатов Народного собрания Республики, представителей научной интеллигенции и многих других. На мероприятии были представлены научные достижения и разработки, эксклюзивные археологические и исторические экспонаты дагестанских ученых. Среди экспонатов особый интерес у главы Кабмина Абдулмуслима Абдулмуслимова вызвал проект левитирующего поезда. Кроме того, в российском Сириусе также был изобретен демонстративный вариант поезда весом 200 килограмм, выдерживающий двоих человек на 15 метров. На сегодняшний день ТФИЦ также создает условия для вовлечения молодежи в науку, их развитие и становление как ученых. Так, за последние два года в ТФИЦ РАН сформированы и успешно функционируют две молодежные лаборатории. Отметим, что в 2022 году по поручению главы Дагестана учреждены именные стипендии для молодых ученых в размере 100 тысяч рублей. В конце 2023 года 7 сотрудников ТФИЦ РАН стали победителями этого конкурса. Напомним, что Российская академия наук и сегодня остается крупнейшей кузницей научных кадров в нашей стране.